За сутки в Орловской области зафиксировано 346 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 108 человек, скончалось 8. Такие данные приводит оперштаб. Накануне прошло его заседание. После Андрей Клычков прокомментировал ситуацию с распространением инфекции в регионе. Регион впервые за последнее время отмечает положительную динамику в части снижения заболеваемости коронавируса. Она незначительная, но она сейчас есть. Будем надеяться, что те меры, которые были предприняты и по нерабочим дням, и по единому каникулярному периоду для и среднего профессионального, и для общего образования, и в том числе высших учебных заведений, дали свой эффект. Мы видим, что у нас большее количество свободного коечного фонда сегодня в регионе сформировано благодаря тому, что мы наращивали постоянно, обеспечивали дополнительные запасы обеспечения кислородом наших больных, предпринимали дополнительные шаги и по вакцинации.